Ёпта, опять видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами Миша. Вам очень сильно понравилось видео, как я это строю, это без модов, но вот такие, ну, декоров, но вот я еще выпускаю видео, естественно, для вас, но вот для еще шедерами, но вот это вообще все просто супер, но вот, короче, ребят, сегодня я покажу, как такие скульптуры построить, но вот они состоят из песчаника, но вот красного. Вы можете из разного сделать, из булыжника, из чего угодно, ну вот. И да, ребята, как вы видите на экране такие столов, ну вот. Я не знаю, это плагиатом или нет, ну, я сам не знаю, такие стойки. Просто для вас показываю и все, вот. Как же построить их? Как же его построить, такой столик? Просто супер, ну вот, короче, ребята, ставим такой это землю, ну вот. И вот тут ставим, ну вот. И по очереди вот так, так, ну это убираем. Вот, замечательно, убрали, ну вот. Вот теперь вот так ставим и все. Это землю убираем. Вот и все, у нас такой столик. Следующий столик, это у нас такой, ну вот. Вы можете разное построить его видов. Ну вот, просто вот так ставите, так, так, и все. И живешь, вы не умеете, ну вот. Тоже построите, ну вот. Как же его построить, то же самое, ну вот. И просто вот так заставите, ну вот. Как выживание просто используйте, ну вот. Если вы не знаете, как, ну, я тут, ну вот. Короче, следующий столик это уже посложнее, ну вот, уже мы ставим эту землю, ну вот, ставим вот так, ставим вот так. И просто эту плиту поставите и все. Вот такой столик. Просто суперски получается. Тут можно именно поставить что-то угодно и все прочее. Как же его построить, ребята? Ну, то же самое вы можете построить, ну вот. Только по-другому, ну вот. Без разницы это, если у вас есть автоматизм, ну, его очень легко построить, ну вот. Как же его построить лучше? Сам забор и второй его. А потом на посерединке нитку, ну вот. И ставим ковер, и тут ковер, ну вот. И посерединке зеленый ковер, ну вот. И все, у нас только столик. Следующее, это у нас тоже самый столик, ну вот. Вы только можете вот так. Это если вам это там дерево мешает, просто вот так, извините ноги и все. Как у нас реально жизнь, ну вот, как же его построить? Ну, это очень тоже самое легко, но вот, кстати, по бокам, ну вот, эти заборы, ну вот, и просто выкрывайте и становите на shift, ну вот, и все. Как же его построить, то же самое, ну вот, ребята, его то же самое можете построить, ну вот. Его очень тоже самое стоит, но вот только его стоит можно для богатых, но вот как же его тоже самое построить? Ну, отличие тоже самое, но вот, кстати, вот так. И вот так это по бокам, ну вот. Смотрите, как красиво она светится, ну вот. Ну вот теперь вот так ставим, опа, и все. Посерединке, ну вот. И то же самое ставим здесь на shield и вот так выкрывать ковьем. Это уже необычное, это. Такой стол, ну вот, его тоже самое можно построить, только по-другому, ну вот. Я нельзя кирочку взял, вы не можете взять только не кирочку, а какой-то другой предмет, ну вот. Это вот вас отличит, ну вот. Лучше ломаем, ну вот, вы видите дырку, ну вот. Вот, ставим блок, ну вот, вы вместо его можете поставить красный факел, это без разницы, ну вот. И под ним, очень, ну вот, вот такой столик на красинке получается. Очень красиво даже. Мне очень сильно нравится. Короче, ребята, как его тоже сами построить? Ну вот, вы можете вот так просто завернуть и все, это как будто школа онлайн, ну вот. Мне очень сильно такие декоры нравятся, но вот. Я больше успеха получается, ну вот. Ну что ж, как же его тоже сами построить? Ну вот, ребят. Просто то же самое. Ставьте забор, ну вот. Такую калитку, ну вот. И берем вот любой блок, ну вот, ну я беру сегодня такой, он просто красивый, ну вот, и все, easy win. Следующий, это у нас столик стеклянный, он для таких, как для ресторанов, ну вот, мы люди приличные, ну вот, мы можем построить, ну вот. Короче, если у вас другая версия, это без разницы, такая другая версия. Короче, ставим стекло. И под ним ковер, ну вот посерединке, не помыкнитесь. Так, ну вот и все. У нас такой получается столик красивенький, купатный, ну вот. Только мы не можем. Что-то нюхал. Ну окей, короче. А кому ролик понравился, ставьте лайки, ну вот, ребята. Это вообще скоро Новый год, ну вот, это очень скоро. И
новогодние каникулы. Это так круто будет. Ну, с вами был Миша Гейм. Подписываемся на мой канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.